Это не дерево, это карбон. Кто-то одно очко набил. Что-то прибавляется, да? Чего требуется тебе? Что, ненормальный, что ли? Всем привет, друзья! С вами Харди, и мы продолжаем. Это последний день на Земле. Готовился я к рейду, значит. И знаешь, что получилось? Сейчас тебе покажу, ты будешь в шоке. Чуть-чуть мне древесины надо, чтобы защитить дом. Ты видишь это фантастическое дерево? Это не дерево, это карбон. Это мой карбон для разрушителя. Посмотри, какая дичь! Это из... И безобразие меня прям раздирает. Это из 8 сезона, у нас были такие турниры. Но у меня почему-то остались они. И разулю, я смогу поучаствовать. Никто не участвует, потому что его уже нету, этого турнира. Поэтому я рублю одно вот это фантастическое дерево. И я на первом месте. Мой грёбаный карбо, еще и маслицы, вообще фантастика. Слушай, ну это классно, да? Согласись, это круто, это круто, это просто халява, халява плюс. Так, кстати, чё я разошелся. Мы сейчас с тобой отправляемся на рейд, конечно же. Отталкиваясь от рейдов, надо бомбить всегда, бро. Вот, бункер альфа по откату, все по откату, но отталкиваясь от рейдов. Почему? Рейды это фантастика, рейды это болты, изолента, резинки, провода. То, что нам надо с тобой для модификации, для терминалов в полицейском участке, в бункере Браво. Ну, короче, я не знаю, это вообще огонь. Поэтому ты всегда отталкивайся от задания рейдеров, да, когда развиваешься. О, ничего себе, кто-то одно очко набил. Кто-то одно очко набил. Что-то прибавляется, да? Фигня какая-то, блин. Ну, это типа боты. Это типа боты, да, рулят. Есть, у нас есть провиант, фантастика. Чё я такой счастливый? Ну, провиант это грязь. Провиант это жесть. Провиант это... Хыдыдыщ. Очки турнира плюс 10. Еще и опыта дают. Классно, да? Я не знаю, провиант. Я вообще обожаю провиант. Провиант это супер. Неплохо, да? Неплохо. Будем надеяться, нас не обгонят. Ну а сейчас давай, готовимся к рейду, чиним дом и поехали. Нам есть к чему готовить, да? Вот этот беспредел надо залатать. Залатать. Ну это неинтересно, я это промотаю, да? То есть чего тут? Ничего такого я не делаю. Вот-вот-вот. Много уйдет дерева? Конечно, много. Почему, бро? Я очень давно вообще ничего не делал со своим домом. Если ремонтировать регулярно, да, не так много древесины ломает один заход кожиедов. Один заход, одна волна, одна орда кожиедская ломает около где-то 30-40 фрагментов базы. Так, ну что, вроде все залатали. Наскоряк через одно место, да, как бы, но сделали. Ну, то есть, что попало, я сделал. Вообще, что попало, реально. Хочешь сделку? Конечно, давай, друг, давно пора. Давно уже пора. Вот, вот такая вот защита стрёмная, овняная, да, она вполне тебя защитит. Не шучу. Это прям вообще нормалды. 4. Запомни, до главного хранилища должно быть минимум 4 бомж-стены. Вот главное хранилище, вот 4 стены. Раз стена, два стена, три стена, 4 стена. Все, со всех сторон просчитай, чтобы было минимум 4 стены. Если у тебя, значит, уровень рейдов повышается, да, и там какие-то нереальные пацаны уже приходят. Там да, там да. Там да, там не может быть нет. Там чуть-чуть сложнее, там надо уже не 4. Ну, как бы надо продолжать делать просто свое главное хранилище, да? Продолжай бомбить его в камень. Сделаешь в камень, все. Все будет фантастически. Насколько? На максимум вообще. Давай, кстати, посмотрим, как там наши акашки поживают. Ай, хорошо, да? Ну, один АК я развалил, ты понял, да? Дали заводские детали и гребаные пружины. Не фартанул, что поделать. Вообще АК не надо разваливать.
Но пофигуще вали, ради цели вали все, что только можно. Просто продолжай действовать по грамотной схеме, да? То есть действуем исходя из рейдов. При этом мы продолжаем с тобой фармить бункер альфа. Ну и короче, вот когда вот это все-все-все в совокупности будешь красиво, правильно делать, да? Все будет у тебя классно было. Показываю не просто чистый голимый рейд, потому что это просто фигня полнейшая. Показываю тебе нормалды, всю подготовку, да. Сейчас, по идее, вот это вот, да, брать какие-то топоры, не топоры, ничего не надо. Надо выходить в глобал и смотреть, что там за чудики. Кто там вообще будет на рейде. И у нас база Плауэр 5806. Пробиваем. База так себе, два топорика можно выложить, реально. Наверное, и весло можно выложить, но как бы это, мне надоело оно, весло это. Весло отстой, дорожный знак отстой, классные вепоны, но мне не нравится, что они у меня захламляют базу. То есть такая база, да, тут сейчас посмотришь. Не, ну как такая? Если ты новичок, если ты вот примерно моего левела или еще меньше, любой рейд это круто, любой абсолютно. Есть у тебя байк, нету байка. Рейды это просто халявища. Много халявищи. Здесь есть болты, не болты и всякая шляпа. Где лучше ломать? Ну, я тебе советую всегда ломать вот так. Потому что видно, что в этом окне, что в нем видно. Все в нем видно. В нем видно, что нету... Так, стоять. В нем видно, что не было никаких станков, да? Ты можешь так упереться раз в станок, и тебе придется его сломать, чтобы дальше двинуться. Электроника нас интересует. Золото это вообще не золото, это просто хлам. О, бомжи. Оп-оп-оп. В упор, да, к стеночке я встал. И все, и воин из-за угла. Вот так вот, вот так, вот так. Ну как бы, ну ты понял, да? Бункер альфа стайл. Тут можно было и вот к той стенке встать, к двери. Тогда вот этот толстячок бы, да, в стенку врезался. Но вот этот-то побольше, чем... Ну ты понял. Даже вот так вот можно сделать. Смотри, оп. Понял, да? Я просто выбежал и подвел чуть-чуть. Одного, вот этого. И раз на раз просто сражаюсь с ним. Оп. Оп. Это бункер альфа стайл. Это все он. Так, вот здесь, да, нам надо что-нибудь такое заюзать. Давай вот этот знак. Очень медленное оружие, сложно воин из-за угла. Но годы, значит, тренировок и сноровки, да, позволяют мне спокойно и медленным оружием бомбить воинам из-за угла. Оу, дружище, чем еще хорош этот гребаный рейд? Он вообще не гребаный, чего ты обзываешься? Нормальный рейд. Он хорош тем, что я сейчас, значит... левелап поднимаю. Вот он чем хорош. Жрем, жрем. Блинчики, так нельзя, да? Нельзя так жрать. Это ж периодическое лечение. Ну-ка стоять. Я по привычке, да? Хочется быстро стак съесть и получить свой драгоценный хил. Нормально? Нормально, да? Нам с тобой, кстати, камушки тоже нужны. Мне кажется, более чем. Смотри, вот видишь, можно перекрафтить бинты. Не перекрафчивай бинты. Только когда выйдешь в глобал. Потому что шум будет. А выйдешь в глобал, тоже будет шум. Вывод? Не знаю даже какой вывод. Тут сам смотри, в общем, как действовать. Перекрафтить можно, если найдешь, допустим, вообще там битком, да, будет забито. Ну вот битком, понимаешь, да? Так, что, красиво, да? Мне кажется, красиво. Вот так красивее. Битком забита вот этой тканью. Тогда берешь всю эту ткань, забиваешься полностью, да? Выходишь в глобал, крафтишь. Шума будет в итоге в миллион раз меньше. Ну, кстати, опасненько я вот сейчас действую. Опа, резиночки. А вот этих 16 штук надо, бро. Не забывай. На вездеход. Где-то достать их еще можно ли? Конечно, можно, но это жесть. Это жесть, поэтому вот так лучше доставай их. Так, стоять. Вот эти вот бинтики, да, если что, вот так мы будем юзать. Ну, просто когда орда бомжей приходит, это вообще может выйти дело все из-под контроля. Оп-оп-оп. Хорошо, да? Ну, то есть можно было хуже сделать.
Блиночки. Ядовитый мужчина бьет меня. Не того бьет бомбу. Вот этого надо было сразу бить. Дирижабль, блин. Мне кажется, вообще успешный рейд. Есть успешный, есть мега успешный. Вот это мега успешный рейд. Мы уже с тобой подняли тьма тьмущая. Ничего себе, я толпу, блиночки, заагрил. Мозг. Блин, друг, серьезно, да? Ну выдели ты в таргет худенького мужчинку. Ну что тебе стоит? Бред. Бьет меня толстяк? Нет, не бьет. Фу. Бывает такой идиотизм, да? Вообще. Вот, штанишки сняли. Я сразу сказал, что вот этот толстяк подозрительный. Ну, то есть я ему говорю здорово, а он что-то облизывается. Что попало? Оп. Оп. Ай, хорошо вообще. 20 тонн мужчина улетает, как пушинка. Да блин. А если умрешь, не страшно, да? А Разулю можно потом прийти и забрать свой лут. Ху-ху, хорошо. Хорошо, живет на свете Винни-Пух. Чё хорошо? Жесть. Короче, вот эти все 4 фрагмента нам нужны. Они нам важны. Вот эти ерундовины. Легко идут, легко. Вот эти нелегко идут. Но самое главное это. Все это овно нам надо в очень больших количествах. В очень больших количествах. Мы с тобой все-таки собираем модификации, терминалы бункера Браво и много-много всякой ерунды, да? Нам этого вообще до безмера надо. Ну вот этот пластик я не буду брать, отсюда можно сталь вытащить. Все, тут в принципе больше нечего брать. Как тебе рейд, как ты считаешь? Я считаю, что он вообще убер. Убер рейд. Да, мы не вытащили 500 миллионов огнестрелов. Такое тоже будет. Уже совсем скоро. Чтобы такое вытаскивать, да, и не говорить, вот тебе везет, мне не везет. Надо просто чаще рейдить, друзья. Насколько? Намного, на максимум чаще. Я очень сейчас слабенько рейджу за вот этого нуба. Если бы рейдил красиво, да, то и все было бы красиво у нас. Вот сюда теперь можно прятаться вот за эту стенку вообще прям по красоте. И вся толпа будет забегать и упираться в стеночку. Надо ли вот это вот ломать? А чё нет-то? Если тебе шум позволяет, бро, ломай. Чё там, никто не бежит? А вдруг металл будет? Оп, хорошо, да? Можно еще кони двинуть, да, сбегать домой. И вообще будет фантастика. Но я не буду этого делать. Так, а там, короче говоря, доски, да? Чё требуется тебе? Чё, ненормальный, что ли? Реально топор требуется, горит. Блин, ну и фиг с ним. Фиг с этими станками. Вот, тут есть что взять. Вот это возьмем, потом вот это возьмем. Нафиг этот знак. Лучше я камни возьму. Ну, то есть ты действуй как тебе надо, да? Сейчас покажу по шуму, бро. Чё мужчинам отдадим? Мужчинам отдадим желтый снег, они его очень любят. Не знаю почему, не спрашивай. Я их как бы сразу предупредил. Ребят, ну вы понимаете вообще, что это? Они как бы это... Говорят, блин, давай, давай нам это. Дай нам это и... Ну и я не стал дальше спорить. А еще также алюминиевую проволоку, боксит можно им отдавать, да, и много-много всяких интересных штук. Смотри сейчас на шум. 69. 74. 5 шума, 1 клик. Угроза нападения, 1 череп. 2 черепа, 4 деревянные обычные бомж стены тебя вполне спасут. Ну-ка, как там наш турнир? Блин, меня обгонят, короче. Представляешь, мне надо ехать эти деревья бомжинские искать. Надо где-то 50, да, набить. Это халява, это просто оружие, да, бензин. А вот это вообще жесть, оружейное масло. Ну, карбон, это, блин, карбон. А вот если, допустим, слиться, да, и примерно занять 4-е место. 3 гранаты было бы, тоже грязь. Фантастический просто результат. Фантастический. Вау, это что, шутка? Нет, я не шучу, неплохой навык. Да держи. Сейчас, мужчина, погодите.
Вот тебе свет. Да держи, фиг с тобой. Кушай, не обляпайся, блиночки. Вообще такие торговцы, блин, да? Короче, вытаскивал я 33 огнестрела, да? И отдавал этим бомжам, я не помню, какую-то ерунду. Из полицейского участка такие ключики. А еще также снег у нас на Новый год был снег. Мы снежки кидали. Вот я отдавал 2 желтых снега. Они такие были благодарные, такие были счастливые. Я в шоке был. Реально. Рейдер согласится. Да блинский блин. Вот смотри, вот такой АК ничего тебе не прокачает. Ничего не прокачает. Только левелап, да, пойдет. Ну ничего, мы вот этот карбон сейчас заберем. И все будет фантастика. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик. Фигня, 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 фигня. Ё-моё. Если понравился ролик, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ну и конечно, лук собрать, лукса. Пока-пока.